Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведьма Хельга, и сегодня я расскажу вам о ритуале, который мы проводим в Центре парапсихологии Алены Полынь, о ритуале Рассолха. Этот ритуал вносит размолвки, ссоры в отношении между людьми. При помощи него можно развести людей, испортить отношения между ними, рассорить. Порой слова и доводы не помогают, и просто нет другого пути, чтобы люди расстались, прекратили общаться. Например, ваш муж ушел к любовнице. Если вы хотите вернуть мужа и рассорить отношения его с любовницей, этот ритуал для вас. Если же на работе появилась сплетница, которая клевещет на вас начальницы, а начальница ей благоволит, то испортить отношения сплетницы и начальницы при помощи этого ритуала очень даже возможно. А если вдруг ваш ребенок завел дружбу с ребятами, которые втягивают его в дурную компанию или просто дурно влияют на него, то такой ритуал просто необходим. И подобных ситуаций великое множество. Если в вашей жизни одна из подобных ситуаций, то ритуал Рассолха для вас. Ссылку на ритуал вы найдете в описании под видео.